Уважаемые наши друзья, это для меня большая честь поздравить вас с юбилеем вашей страны, с Днем Независимости. За последние годы сотрудничество между нашими странами получило новое дополнительное развитие благодаря тем реформам, которые ваша страна сейчас внедряет, те достижения, которые сейчас в вашей стране, они, естественно, и многозначимы для нашей страны, потому что наши отношения и экономические, и не только экономические отношения, улучшаются с каждым годом. Буквально перед кризисом у меня была возможность также встретиться с представителями вашей науки и высшего образования. Это тоже новая такая веха сотрудничества между нашими странами. Возобновить те связи, которые были в свое время, и поднять эти отношения на новый уровень. И да, сегодня мы... потому что кто живет в городах или в селах. Но для меня одно ясно, что из этого кризиса, выходя из этого кризиса, те страны, которые будут иметь хороших партнеров, хороших друзей, естественно, будут развиваться намного скорее. И я хотел бы еще раз только подчеркнуть, что в лице Латвии, в лице наших граждан, наших предпринимателей, наших преподавателей, университетов и так далее, Узбекистан всегда имеет хороших друзей. И только сотрудничество между нашими странами мы всегда можем найти позитивное развитие, несмотря даже на вот такие кризисы, как